Доброе утро. Сегодня у меня на столе мел новинка. Новинка – это название мела. А то меня постоянно спрашивают, что за новинка. Новинка – это название мела. Вот здесь мел уже почищенный. Пришел он немного в другом виде, конечно, но весь мел я чищу. Пачкает руки. Ну, так, немного. Давайте попробуем. Мел свежий, хорошего качества. Новинка пришла сухая. Вообще было большое поступление мела, и некоторые виды пришли прям мокрые, а некоторые сухие. Вот новинка. Это один из тех, кто видов, который пришел сухим. Очень хорошо хрустит. Во рту сначала не становится однородной массой. Такой в полукашу, в полукрупинку. Эти крупиночки хорошо хрустят. Но потом все-таки разжевывается в однородную массу. Вкус у мела такой сливочно-молочный, даже больше сливочный. Но что удивительно, этот мел при своей сливочности имеет привкус побелки. Мне очень понравился. Всем хорошего дня и спасибо за просмотр.